Всех приветствую на канале Фалеристика ССР. Подписывайтесь на канал. Приехала посылочка со значками. Сейчас распакуем, посмотрим, что приехало. Здесь у нас гвардии. Только без закруточек. Боевые. Позолота даже сохранилась. Жалко, что без закруточек. Здесь винт ушатанный, а резьба, то есть закручиваться будет плохо. Здесь резьба хорошая, винт укороченный. Но я закажу книжечку, каталог по гвардиям. Там их разновидностей куча. И тут тоже, как видите, резьба ушатана. Вот почему, наверное, и продавали без этих. Не знаю, их не стоимость, это уедут они в Польшу. Ну, я узнаю, поскольку человек их взял себе. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.